Сегодня воскресенье, 19 число текущего года. Сегодня целый день с нами провели наши рабочие. Фактически все сделали, ну вернее, да, в котлу не сделали все. Вот сейчас у нас уже ужин, время у нас 8:20. Вот так вот, целый день, то одно, то другое, поэтому сейчас рабочие уехали. Мы приготовили еду, вот такие у нас макарончики с пастой. Вернее, паста — это вообще макароны, но я имею в виду, что раз паста с пастой. Покажи. Вот такую использовали заправку. Да. Славянский мир. Да. К сожалению, такой, как там. Как в Сочи. В Сочи не было. Почему-то. Мы в Сочи тоже вот покупали, делали спагетти с этим, но... Сейчас другую. Попробуем вот тут вкус. А ты не пробовал это так просто без него? Ну, без я всего? Попробовала, как томатная такая паста. Ну. Это кому? Вот тебе, мне. Данька пока не вышел. А, он пока не вышел. Все, так что сейчас будем пробовать, сейчас скажу вам, что да как. Вот, а котел я потом вам покажу, как все получилось. Сейчас пока его тестирую. Пока настраиваю, все сделаю. Поэтому немножко погодя вам все покажу. Смотри, друзья, сейчас что происходит. Сейчас работает дизельный котел. Как раз таки. И вот в 11 часов он прекратит работать. Он сам отключится до 7 утра. И на смену его в 23:05 включится электрокотел. Кстати, гляньте, как ребята сделали. Класс, да? Четенько, да? Даже можно не понять, что это котел, да? В общем, ребята сами его сделали. Там внутри тен. Ну вот, труба, тент, все. То есть как бы... Все, зашкурили, покрасили, все, зашибись. Это вот, значит, я хочу сказать, что это вот наши ребята, которые у нас все время на даче все обустраивают. Ну, строители, рабочие. И, в общем, они у нас всегда с нами. И мы очень, значит, довольны ими. Вот, так они сделали, у них также дома. То есть они себе домой вот так сделали. И Сережа сказал, а нам можно так сделать? То есть, ну, сами для себя делали вот такой вот самодельный электрический котел. Очень удобно. Они говорят, что пользуются очень хорошо. Поэтому мы сказали, и мы хотим такое. И вот они нам тоже такое сварили. Так, уже 11. Мы еще систему-то не тестировали. Сейчас она работает в автоматическом режиме. Как должно быть? Да, сейчас и попробуем. Мы сделали так, что, что мы не должны сами переключать его, включать, сейчас выключать. Само, то есть автоматика сама. Ночью у нас получается с 11 до 7 у нас тариф дешевле на электричество. И нам выгоднее вот, отапливать. Щелчок, слышала? Да. Щелчок. Сработало. Сейчас должен сейчас выключиться. О, так, все. А ну теперь идем туда. Смотрим, что там происходит. Так. А, блин, он по температуре отключился, а не по времени. А время еще, ну, время тоже. Да, совпало, блин, короче. А может, нет, может, он отключился по времени, может, он отключился, или должна вся коробка потухнуть. А, нет, коробка не должна потухнуть. Подожди, получается, что он прервал, в любом случае он выключил. Он да. В 11 часов прервал. Все, он в 11 прервал, хорошо. Сейчас я трогаю батарею. Кстати, ребят, у нас произошли чудеса, у нас теперь... Котел работает, и вода циркулирует в трубах просто самотеком, короче. Мотор циркуляционный не включается вообще. Так он хозгрунфос, он не включается, то есть все работает самотеком. Как так получилось, непонятно. Хотя до этого, до системы вот этого котла электрического, у нас работал именно циркуляционный насос. Сейчас все работает. Я просто не помню, почему так произошло. Каким чудом. Ну, в общем, вот так вот у нас теперь работает. Вся жидкость циркулирует без насоса. Так, теперь мы ждем еще 3 минуты и включится, вот тут у меня стоит такой вот автомат, он вайфайный, сейчас он, видите, не горит кнопочка, здесь, когда он включится, то загорится красная индикация, значит то, что через него пошел ток и котел электрический заработает. Так, еще 3 минуты, пока отключусь, а потом включусь заново. Так, ну что, друзья, осталась 1 минута, 23:04. Вот, сегодня у нас 20 число, понедельник. Жень, иди сюда. Сейчас будет включаться котел. Осталась 1 минута.
Сейчас включится, ждем. Сейчас тут должна загореться индикация, красненькая лампочка. И значит... Это будет значить, что заработал будет... электрокотел. Да. Вот посмотрим, котел. Что электрика нам выдаст. Сейчас посмотрим, что тут наделали. Сегодня сейчас 23.05. Сколько? Вот 5 минут и будет. 23.05 должно сейчас быть. Сейчас уже будет. У меня уже на часах 23.05. Сейчас должно включиться. Вот здесь прикол, что не включится. Хопана! Видали? Все работает по часам идеально, друзья. Наши-то ребятки молодцы. Он зашумело. Зашкварчало. Все, движуха пошла. Все, теперь котел будет работать. Будет работать до 7 часов утра. 7 часов он выключается, и включается дизельный котел. Технологии. Вот а самое, что удивительно, что видите, вот я вижу полностью все, что происходит. В данном случае автомат включен. Вот, потребление сейчас идет 3 киловатта, почти 100 ватт, это 14,42 ампера. Напряжение в сети 212 вольт. 212. Вот, и значит, за сегодняшний день котел уже потребил 23-28 киловатта. Ну, за сутки. Он же работал, получается, с 12 до 7. Вот, и сейчас еще часик поработает. Часик поработает. И вот увеличится значение за сегодняшний день. Вот такой график у меня есть. Вот график работы сегодняшний. Вот он, видите? Он работал утром. И вот сейчас. Вот, видите, зелененькая точечка появилась на экране. Вот она. Вот она. Это сейчас включился. А это то, что вот было. Видите, по графику. Все, четко показано. Сколько киловатт. Вся информация, когда включился, когда выключился, сколько потребил, вот, все абсолютно. Тут можно всем управлять этими функциями. Прелесть, чудеса. Так, ну это наш сегодняшний был такой ужин. Мы не показывали, как чего делали. Это значит куриное или что это, Жень? Индейки. А, это индейка, да, мясо? Да, мясо, ну с подливкой такой, в общем, здесь морковка, лук, мясо. Вот. Тушено жареное. Ну и гречка уже мало осталось. Мы уже поели, как бы это вот. Это то, что осталось после того, как мы все поели. Много не готовим, потому что завтра поедем в Москву. Вот, и поэтому все это возить туда-сюда зачем? Готовим на один раз, можно сказать. Готовим на один раз, да. Поел и все. И готово. Соль не закрывается. Всем привет! Как видите, мы на даче. Сегодня у нас вторник. Погодка у нас вот такая вот. Пасмурно. Намеки на солнечный день и на солнышко ноль. На улице минус 6. Вот. Я вышел с собакой погулять. Хотя так неохота было выходить, вообще капец какой-то. Выпускать на участок, конечно, мне неохота. Так, конечно, тоже можно было. Открыл дверку. Иди гуляй. Чтобы он по участку походил. Но я так не люблю. Он там будет делать свои дела. А это не очень хорошо. Поэтому лучше с ним выйти. Но не хотелось, не хотелось. Слишком холодно как-то. Минус 6. Сегодня опять ночь прошла на электрокотле. Котел работает. Все нормально. В 7 утра он выключился и включился дизельный котел. Сейчас сидим на дизельном котле. Так что так. Покажу сейчас вам. Попил кофе уже с утра. Немножко мозг разогнал,
Что-то без кофе прям вообще тяжко утром. Видите, какая площадка для машины сделали. Татьяна, у них что-то вся кривая. Они, походу, просто так взяли, кинули прям на землю плиты. И она у них, видите, как горбом пошла. В одном месте провал, в другом месте горб. О, елочки подрезали все свои. Видите, как посрубали, чтобы далеко не, это, высоко не выросли. Сегодня поедем домой в Москву. Надо будет вести Машин компьютер в ремонт. Она же клавиатуру залила водой. Клавиатуру привезли под заказ. Вот клавиатуру. Потом на работе у меня там один комп сломался. Фу, Рич, что ты там нюхаешь? Давай, иди гуляй. Вот. И Женя говорит, чтоб я еще память на ее компьютере увеличил, сделал немного поболее. Если получится, конечно, сделаю. Так у нее, по-моему, 250 гигабайт. Если терабайт сделаю, то будет вообще шикарно. Просто гуляю. Здесь нужно сделать будет музыку. Гуляю под музыку.